Добрый день, меня зовут Владимир, и начнем сегодня цен и комплектации на новую Аркану. В пяти комплектациях предлагается автомобиль, это Life, Drive, Style и Edition One. Итак, поехали. Итак, пять основных комплектаций, это Life, Drive, Style и Edition One. Базовая комплектация Life предлагается сегодня от 1 015 000 российских рублей. Затем идет Drive 1105 рублей. Style 1262 тысячи и Edition One, премиальный Edition One от 1445 российских рублей. На выбор для любого покупателя предлагаются три модификации трансмиссий. Это, конечно же, 1.6 двигатель и 5-ступенчатая механика. Упор, конечно же, делает производитель компании Renault на CVT X-Tronic, то есть вариатор. Данная модель предлагается в сочетании с передним приводом и непосредственно сам вариатор от компании Jatco. Значит, и также предлагается полноприводная версия, которая идет шестиступенчатой механикой. В принципе, шестиступенчатая механика – это такая совместная разработка ВАЗа и Renault-Nissan, концерна Renault-Nissan. В принципе, довольно неплохая, проверена уже на Renault Captur, на Renault Duster. Трансмиссия работы довольно неплохая. То же самое можно, в принципе, сказать и про X-Tronic. X-Tronic – довольно надежная система, довольно неплохая, но, в принципе, как говорится, есть некоторые нюансы в плане ресурса этого вариатора. Некоторые говорят, что ресурс составляет не более 120 тысяч километров. Кто-то говорит более оптимистично, что, возможно, даже она проедет и 150 тысяч километров пробега. Но сейчас не об этом. Сейчас поговорим более подробнее, наверное, о кузове, о, скажем так, платформе машины, что изменилось, чем же она хорошо, почему же так автомобиль Renault Arkana похож на X6. Ну, как сказать, X6, кому-то похож, конечно, как будто не X6. Мы сейчас попробуем это и обсудить. Итак, поехали. Итак, автомобиль сконструирован на всем известной платформе B0, французская платформа B0. В принципе, та же платформа, что и Renault Captur. В принципе, на этой платформе, я думаю, еще будет разработан не один новый кузов, но это, как говорится, уже другая история. Итак, с точки зрения комплектации и цен, Renault Arkana 2019 ближе всего, конечно же, к популярному, опять же, Captur. Это относится и к основным техническим характеристикам новинки, так и непосредственно к функционалу. Кроме локальной сборки в России, да, все знают, что в Москве собирается Renault Captur и Renault Arkana, новую модель также хотят производить и в Бразилии, а также Китае. То есть компания рассчитывает на огромный успех данной модели, что придает ей, конечно же, глобальный статус. При наличии базового бензинового атмосферного двигателя объемом 1,6 литра, мощностью 114 лошадиных сил, переднего привода и 5-ступенчатой механической коробки передач у Arkana 2019 года, скажем так, в салонах России, Беларуси и Казахстана в прайс-листе, к сожалению, не появилась та долгожданная цена от 999 тысяч рублей. К сожалению, как только вышел автомобиль, он уже успел подорожать, пока дошел до дилеров, примерно на 20 тысяч российских рублей, что составляет в эквиваленте примерно 700-800 долларов США. Опять же, начальная комплектация – это Life. Всего в арсенале кроссовера, как мы сказали ранее, насчитывается 4 плюс 1 версия. Edition One – это такая лимитированная версия, скажем так, которая будет доступна ограниченному кругу лиц и, как правило, под заказ у своего дилера. С
Стоит отметить, что основное внимание любого покупателя, особенно, скажем так, равно Аркана, конечно же, акцентировано на кузов. Дело в том, что для кроссовера Аркана новый кузов создавался в атмосфере строжайшей и глубочайшей секретности. Идея привить статус специально разработанного автомобиля для российского рынка весьма здравая. И дело здесь не только в последующем коммерческом успехе, но и в максимально точной адаптации к вкусам местных покупателей с учетом сложных дорожных условий и сурового климата. Не распыляя средства на новомодные трехцилиндровые турбомоторы, а также капризные роботизированные трансмиссии с двумя сцеплениями, как это делает ВАК, на выходе удается получить продукт с достаточно с большим запасом надежности и приспособленности к местным горюче-смазочным материалам вкупе с выгодным соотношением цены и качества. Создание нового кузова Renault Arkana 2019 на базе используем платформу B0 и высокой степени унификации с другими моделями не только снизила себестоимость конечного продукта, но и позволила безболезненно организовать локальную сборку по соседству с другими моделями концерна на имеющихся уже мощностях. Что касается технических характеристик, то уже начиная с базовой модификации, в ход идет проверенный временем атмосферный силовой двигатель объемом 1,6 литра, 114 лошадиных сил, всем известный от Renault Captur. У такого кроссовера, как Renault Arkana 2019, технические характеристики сообщают о 12,4 секундах на достижение первой сотни. Всего же максимальная скорость у данного автомобиля с двигателем 1,6 литра 114 лошадиных сил составляет 183 км в час. И 7,1 литра среднего расхода топлива на 100 км пробега. Беступенчатый вариатор CVT X-Tronic от компании Jatco дает большой диапазон передаточных чисел, позволяет снизить потребление бензина примерно на 0,3 литра, однако увеличение снаряженной массы и дополнительные потери мощности в трансмиссии несколько снижают скоростные данные. Для того, чтобы увидеть на спидометре заветную сотню, требуется примерно 15,2 секунды, а окончательное ускорение заканчивается на отметке в 167 км в час. Ожидаемо динамичнее стал 1,3-литровый вариант, новый турбодвигатель с передним или полным приводами. У данных модификаций в технических характеристиках новой модели Arkana 2019 ценой от 1235 тысяч российских рублей значится 10,2 секунды разгона до 100 км в час. Максимальная же скорость составляет 191 км в час, а экономичность находится на уровне 7,1 литра на сотню пробега в среднем. В скобках данные для версии с трансмиссией 4x4. Ну а теперь более подробнее про базовую комплектацию Life. В данной комплектации покупателю предлагается разумно достаточный набор оборудования. В состав оснащения входит кондиционер, штатная аудиосистема с поддержкой MP3, передние и задние электрические стеклоподъемники, регулировки рулевой колонки и кресло водителя по высоте. Складной в пропорции 60/40 задний диван, телефонный hands-free и Bluetooth, а также запуск двигателя кнопкой с бесключевым доступом, система помощи на старте в гору, бортовой компьютер, дистанционное управление центральным замком, обогрев зеркал заднего вида с электроприводами регулировок и алюминиевые колесные диски. Активная и пассивная безопасность обеспечивается фронтальными подушками для водителя и переднего пассажира, а также многоканальной системой стабилизации. В цену Renault Arkana 2019 Life стоимостью от 1014 российских рублей входит передний привод с механикой и 114-сильный мотор. Наличие бесступенчатого вариатора оценено примерно в 50 тысяч российских рублей на сегодняшний день, а в числе опций только подогрев передних сидений. Основным достоинством комплектации Drive, которая идет за Life, является широкий выбор силовых агрегатов и трансмиссий, а также обширный список заказного оборудования, то есть доп. Опций. Однако базовое оснащение пополняется лишь наличием передних боковых подушек безопасности, пассивным круиз-контролем, автономным предпусковым подогревом, кожаной оплеткой рулевого колеса и обогревом передних кресел. Отличить внешне данную версию можно по глянцевым корпусам зеркал заднего вида, а также защите бамперов спереди и сзади, 16-дюймовым алюминиевым колесными дисками черного цвета с алмазной шлифовкой и хромированной накладки на выхлопную трубу.
К опциям относятся климат-контроль, датчики дождя и света, фирменная навигационная система, противотуманные фары, камера заднего вида и штатный парктроник. Цена Renault Arkana 2019 в комплектации Drive стартует от 1095 российских рублей. Доплата за вариатор аналогична – 50 тысяч России. Полный привод в союзе с механической коробкой обойдется покупателю в 1175 российских рублей. Кроме этого, за 1235 России предлагается модификация в технических характеристиках, которой значится передний привод, 1,3-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил и бесступенчатая трансмиссия. Далее в иерархии новой модели следует комплектация Style с ценником в 1300 российских рублей на сегодняшний день, которая уже в базе поставляется с бесступенчатым вариатором CVT-Xtronic. Все опциональное оборудование предыдущей версии тут входит в состав стандартного оснащения, а за дополнительную плату предлагается только кожаная отделка салона. Снаружи опознать такой кроссовер можно по двухцветной окраске тонированным задним стеклом, хромированной накладке на задний бампер и 17-дюймовым алюминиевым колесным диском. Оснащенный трансмиссией 4х4 с 1,6-литровым атмосферным и 1,3-литровым турбированным бензиновым двигателями версии стоит 1270 и 1420 российских рублей за модификации с механикой и вариатором соответственно. Флагманская комплектация Edition One по умолчанию предлагает весь доступный перечень оборудования, доступный для данной модели. К дизайнерским изыскам относятся накладки на пороге и оплетка руля с логотипом Edition One. Окантовки воздуховодов системы отопления, вентиляции и ручки дверей цвета Ivory, а также полностью светодиодный головной свет Pure Vision. Цену топового Renault Arkana 2019 составляет 1435 российских рублей. В эту стоимость входит бесступенчатая трансмиссия и 150-сильный турбодвигатель. Прайс-лист полноприводных вариантов стартует с отметки в 1450 российских рублей. Итак, подводя итог вышесказанному, можно сказать, что уже начиная с базовой модификации, в ход идет проверенный временем атмосферный силовой агрегат объемом 1,6 литра, 114 лошадиных сил. У такого кроссовера, как Renault Arkana, технические характеристики сообщают о том, что автомобиль, в принципе, стал чуть быстрее, чуть функциональнее, чем ее собрат Renault Captur. Но самое главное, что произошло, самое глобальное изменение, это, конечно же, кузов. Кузов стал, в принципе, другой. Он стал действительно очень похож на X6, только бюджетный X6. Хотя, конечно, объединяет Renault Arkana и BMW X6 только, наверное, очень похожий клиренс, который составляет у BMW X6 195, а у Renault Arkana 190-194, в зависимости от размера колес. В принципе, все остальное, конечно же, разное, но в любом случае внешнее визуальное сходство, конечно же, оно имеется. Купе-образный кузов, он, конечно же, очень напоминает BMW X6. Но в любом случае, по остальным, по всем параметрам, автомобили полностью разные, и сравнивать их даже, наверное, бессмысленно. Это очень бюджетный автомобиль, скажем так, а-ля X6. То есть, в принципе, как таковой сравнивать, это просто, ну, это неправильно. В любом случае, опять же, автомобиль получился довольно неплохой. Можно судить о том, что действительно он экономичный, он симпатичный. И для городских условий он идеально, конечно же, подходит. Но в любом случае, можно также этот автомобиль использовать и на загородной трассе, что позволяет, в принципе, сделать довольно оптимальный клиренс, то есть дорожный просвет. Итак, как мы сказали ранее, то, конечно, сравнивать Arkana с BMW X6 – это, конечно, довольно большая ошибка. Arkana нужно сравнивать с Renault Captur. Дело в том, что если сравнить Renault Captur и Arkana, то между французскими автомобилями можно найти довольно много общего. Тем более, обе машины стоят примерно одинаково. Итак, что касается платформы. Как мы говорили ранее, обе модели построены на единой платформе B0, которая лежит в основе и других моделей французской марки. При этом специально для последнего кроссовера производитель внес существенные изменения в конструкцию шасси, позволившие установить на автомобиль другие двигатель и трансмиссии. Опять же, новый двигатель 1,3 литра. Экстерьер кроссоверов. Сравнить Renault Captur и Arkana по внешним характеристикам довольно сложно, так как обе модели исполнены в единой стилистике и отличаются покатым кузовом и наличием фирменной радиаторной решетки. Но при внимательном рассмотрении становятся заметными выраженные различия между вседорожниками.
Аркана исполнена в новом дизайне, который компания Renault планирует постепенно внедрять и в другие свои автомобили. Кроме того, данная модель характеризуется купеобразной формой кузова, когда как Captur более напоминает приподнятый и удлиненный Sandero. Для кузова Аркана свойственны следующие особенности. Во-первых, вытянутая головная оптика с C-образными ДХО, которые пролегают чуть ниже фары. Во-вторых, это рельефный капот, более объемные колесные арки, плавно не спадающая линия крыши, сильно заваленные задние стойки, заметный спойлер на дверце багажника, широкие задние фары, соединенные между собой плоской дополнительной фарой стоп-сигнала и крупный задний бампер. Captur хорош тем, что производитель предлагает вместе с этим автомобилем широкую палитру оттенков. Если сравнить обе модели по данной особенности, то компактный кроссовер превосходит Аркана. В частности, Captur в топовых исполнениях выпускается в двухцветном кузове. Что касается интерьера, то сравнить Renault Captur и Аркана можно, скажем так, рассматривая стилистические особенности оформления интерьера. И в этом плане, кстати, тоже довольно сложное сравнение. Объясняется это тем, что вседорожники рассчитаны на разную целевую аудиторию. Captur, допустим, предназначается в основном для молодежного сектора рынка, в связи с чем у этой модели салон отличается следующими особенностями. Во-первых, приборная панель с цифровым спидометром, расположенным по центру. Во-вторых, выступающая вперед центральная консоль обрамлена контрастной вставкой, цвет которой меняется в зависимости от выбранной модификации. И в-третьих, это наличие контрастных вставок, протянувшихся вдоль боковых дверей и передней панели. Салон у Аркана исполнен же в более практичном стиле. В этом кроссовере предусматривается, во-первых, широкоформатный сенсорный дисплей, размещенный над блоками, шайбами управления климатом и физическими кнопками. Во-вторых, это классическая панель приборов. В-третьих, это широкая трансмиссионная тоннель и передние кресла, в-четвертых, с более выраженной боковой поддержкой. Renault Arkana крупнее Captur. Соответственно, не стоит сравнивать обе модели по уровню комфортабельности салона. Первый кроссовер превосходит второй по объему свободного пространства в салоне и, как следствие, удобству посадки на задний диван. Компания Renault предлагает обоим кроссоверам разные двигатели и коробки передач. Правда, это касается только топовых комплектаций. Итак, как мы говорили ранее, линейку двигателей компании Renault, особенно Arkana и Captur, входит одинаковый двигатель объемом 1,6 литра, который развивает 114 лошадиных сил полезной мощности. Данный агрегат выпускается московским автозаводом. Для Captur предусматривается еще и 2-литровый агрегат, чья максимальная скорость доведена до 145 лошадиных сил. Это Аркана в топовом исполнении, которая отличается более лучшими техническими характеристиками, так и динамическими параметрами. Обусловлено это тем, что модель оснащается турбированным двигателем от Daimler AG объемом в 1,33 литра. Данный агрегат развивает 150 лошадиных сил полезной мощности или 250 ньютон-метр крутящего момента. Если сравнивать вседорожные способности Captur и Аркана, то последний за счет немецкого мотора превосходит младшую модель. Отдельно хочется сказать про трансмиссию. Обе модели снабжаются вариатором, однако для каждого автомобиля предусматривается собственная трансмиссия данного типа. Так, например, для Captur CVT X-Tronic, для Аркана сугубо жатко. То есть, если CVT X-Tronic разрабатывалась еще совместно непосредственно с российскими инженерами, то для Арканы предлагается модель CVT X-Tronic от компании Jatco сугубо японской разработки. Кроме того, кроссоверы имеют привод как на передние колеса, так и на обе оси. Сравнивать по техническим характеристикам следует вседорожники в топовом исполнении. В этом случае между машинами прослеживается более выраженное различие. Captur в зависимости от выбранной модификации выпускается вместе со следующими коробками передач, кроме вариатора. Это 4-ступенчатый автомат, как мы сказали ранее, 5-ступка от механики и 6-диапазонный механический агрегат. Ну, опять же, вернемся к ценам и комплектациям. Сложнее всего сравнивать Captur и Аркана по уровню оснащения. Французские машины представлены в одинаковой ценовой категории, в связи с чем комплектации у кроссовера схожи между собой. Каждый из вседорожников в базовом исполнении, допустим, первый Captur стоит от 950 тысяч российских рублей, второй Аркана от 1014 тысяч российских рублей на сегодняшний день.
оснащаются одинаково аудиосистемой, кондиционером, системой АБС, системой стабилизации, помощником при старте на подъеме, двумя подушками безопасности и электрорегулируемыми боковыми зеркалами и стеклоподъемниками. Разница между оснащением прослеживается только в том, что для Каптур зарезервированы 16-дюймовые колесные диски, а для Аркана 17-дюймовые. Более дорогая версия Drive, она стоит уже от 1040 тысяч российских рублей, включает в себя систему поддержания постоянной скоростью, электрообогреваемые передние кресла, боковые подушки безопасности и руль с кожаной оплеткой. У старшего кроссовера в данной комплектации предусматриваются еще и парковочные датчики. Проще сравнить вседорожники в топовых исполнениях, так как именно в этих модификациях прослеживаются основные различия. Так каждый из кроссоверов оснащается климатической установкой и мультимедийным комплексом. При этом задняя камера у Аркана появляется еще в средней модификации, когда Каптюр приобретает такое оборудование только в топовой версии. Старший автомобиль выделяется на фоне младшего еще и за счет наличия навигационного модуля. Однако именно для Каптюр производитель подготовил больше вариантов для персонализации автомобиля, предусматривающий расширенный ассортимент отделочных материалов и большую палитру оттенков, которые можно окрасить кузов. Ну, если подвести, скажем так, коротко итог нашего сравнения, то сравнить Renault Arkana и Captur достаточно сложно. Объясняется это тем, что данные машины построены на базе единой платформы, имеют полноприводные модификации и одинаковые моторы. Сравнивать автомобили лучше в топовых исполнениях, так как в этих версиях кроссоверы более выраженно различаются между собой. Максимальная версия Captur оснащается более мощным мотором и обладает более бедной комплектацией. Зато если сравнивать с Renault Arkana, данный кроссовер превосходит конкурента за счет наличия возможностей для персонализации машины. В целом же, если делать вывод или подводить резюме вышесказанного относительно Renault Arkana, то, конечно же, надо делать упор на отзывы реальных водителей, реальных владельцев этой машины. Так вот, исходя из данной информации, которую мне удалось собрать в сети интернет, я могу сделать следующее, что, допустим, расход у Арканы с объемом двигателя 1,3 литра с турбобензиновым двигателем и вариатором в среднем по городу в смешанном режиме составляет примерно 12,6 литра на сотню. Это сопоставимо примерно 2-литровому атмосферному двигателю 4-ступенчатой автоматической трансмиссии, та, которая ставится на Renault Duster или Renault Captur. Если поставить вариатор Arkana на Captur, то расход будет вообще одинаковым. Далее, во-вторых, что говорит много автовладельцев? Это то, что гидроусилитель имеет традиционно, скажем так, шумную работу во время проворачивания руля влево или вправо, ощутимо ощущается вибрация и немного свистящий звук во время движения, особенно при парковке. Кроме того, головное управление имеет традиционно всего один вход USB. Для навигации требуется подключить этот порт телефон и получить глючный Яндекс.Авто. Apple CarPlay, Android Auto нет совсем. Российский Яндекс вытесняет конкурентов, подкидывая свою достаточно сырые и недоделанные продукты. Хотя, опять же, концерн Renault-Nissan делает на высокотехнологичность. Но, к сожалению, в Аркане, опять же, много глючных приложений. На сайте Renault, например, видно в прайсе, что можно купить в виде доп. Пакета нормальную навигацию в эту систему. Но, опять же, это за дополнительную опцию, что, на мой взгляд, тоже является достаточно серьезным недостатком. Головное управление Арканы не поддерживает полный круговой обзор, который давно продается в виде готовых комплектов в Китае под головное управление с Android. Далее, кузов нисколько не более жесткий, чем на Каптюре, скрипит и перекашивается при вывешиваниях. Кроме того, динамика тоже посредственная – 12,6 секунды до 100 км в час. Так могут ездить и чипованные Каптюры. Также стоит отнести, скажем так, к недостатку – это бездорожье. Езда на бездорожье. Бездорожью не предназначена эта машина в принципе никак. Воздухозаборник двигателя ниже и менее защищен, чем на большинстве легковых автомобилей. Так, например, на Каптюре можно спокойно заехать даже в воду, ну, скажем так, прибрежное пространство, и при этом вода, скажем так, в основные узлы двигателя не попадет. В Аркане же здесь все по-другому. Аркана просто заглохнет, сразу же въехав в глубокую лужу. Причем это реальные отзывы
реальных владельцев. Как правило, вода попадает сразу же в воздушный фильтр Арканы. Чуть глубже, если лужа чуть глубже, то двигателю конец. Самое главное, что вариатор GF016E, который уже идет непосредственно чуть доработанный от GF015E, который был у Каптюров, или по французской маркировке CVT-8, скажем так, является, он идет наборный и без штифтового ремня, как на нормальных кроссоверах с внедорожными задатками. Этому вариатору крайне противопоказан съезд с асфальта. И вот именно для этого, так сказать, в кавычках, высокотехнологичного нового вариатора, к сожалению, как утверждают многие автовладельцы, лимит 150 тысяч километров просто обеспечен, имеется в виду ресурса. Свесы, как у седана, салон дубовый, но не оригинальный. В Каптюре же есть свой оригинальный дизайн, его с Рапидом не спутаешь. Это относится и к цифровой панели приборов. Кроме того, нет зеркала с автозатемнением, как это есть в Каптюре эксклюзив. Фары LED снова обман. Это недорогие фары с корректорами и поворотными приводами. Это обычные прожекторные фары с LED-лампочками. Аналог колхозной установки на Жигули, но легализованы. Ну и турбина с вариатором еще никому не добавляли, к сожалению, надежности. Кроме того, микроскопический багажник для лифтбеков 409 литров – это достаточно мало. Причем с учетом того, что сверху стекло меньше, чем в Каптюре. Моторный же отсек совершенно не защищен от попадания грязи. Он не продуман. У нас тоже немного, скажем так, на нашем Каптюре, который мы эксплуатируем уже второй год, есть нюансы, дополнительно ставили резинку, но в любом случае он не так загрязняется, как это происходит у Арканы. Похоже, что у автомобиля действительно вообще нет поворотного света. Ну, скажем так, в Каптюре он есть хоть в противотуманках. Кроме того, вообще нет заднего дворника. Стоит побуксовать по грязи, снегу и выходи, вытирай тряпкой заднее стекло. Сзади места не больше, чем в Каптюре. Куда ушел весь размер? Непонятно. Похоже, что на длинный багажник. Подлокотник Арканы хлипкий, он болтается еще похлеще, чем у Каптюр. Это неприятное ощущение. Да, на Каптюре есть проблема у тех, у кого механика. Почему? Потому что штатный длинный мешает переключать. Но на автомате ситуация ровно наоборот. Длинный, высокий подлокотник под всю руку. Ну, многим удобно. Далее, мелко нарезанные скучные шкалы приборов. Монохромный нецветной дисплей бортового компьютера с довольно отстойной графикой на унылой пластиковой панели. Это пытаются выдать за красоту, но кому как. Руль абсолютно бестолковый. Слева кнопки круиза, справа телефона, а все остальное управление головным управлением на джойстике и дисплее. Вот кому не хватало кнопки снять трубки на руле? Я бы понял, кнопки громкости, треков станции, но их нет. Руль ничем не лучше Renault Captur. Только Captur выглядит солидней, без дешевого серебристого пластика. На мой взгляд, если и менять Каптюр, то точно не на Аркану. И салон по размеру не больше, и динамика хуже, чем у любого седана или кроссовера с атмосферным 2-литровым двигателем. А управляемость, ну, так себе. Только клиренс. Уж точно есть выбор и альтернативы при цене в 1,5 миллиона. Таким образом, посмотрев я достаточно много обзоров различных блогеров, послушав мнение на сайте Drive многих автовладельцев, уже новоиспеченных владельцев Renault Arkana, у меня образовалось довольно двоякое впечатление. Первое, конечно, что над этим автомобилем работали чуть больше, чем над Каптюром. И он получился, ну, возможно, да, чуть более продуманный, возможно, более удобнее. Но, как мне показалось, что автомобиль стоимостью, грубо говоря, практически, ну, в хорошей топовой комплектации за 1,5 миллиона российских рублей, имея сзади барабанные тормоза, ну, это уже не 21 век, однозначно. И я думал, что на Каптюрах это все закончится. Но нет, нет, почему-то до сих пор производитель концерна Renault-Nissan решил, что барабаны – это высокотехнологично. Ну, как говорится, время покажет. По расходу же Аркана показала, конечно же, тоже, к сожалению, довольно неприятные цифры на своем бортовом компьютере.
На мой взгляд, даже двигатель с объемом 1,3 литра довольно много расходует. Поэтому, если вы являетесь обладателем Renault Captur и хотите, скажем так, поменять свой уже довольно немолодой автомобиль на Arkana, то обязательно приезжайте к любому дилеру и пройдите тест-драйв. Ну, проедьте, прокатайтесь, посмотрите под себя, подходит ли этот автомобиль вам или нет. Потому что он довольно контрастный. Контрастный в том плане, что да, внешне он затягивает, внешне он привлекает. Но что касается технологичности, что касается функционала и технических характеристик, то в принципе, это тот же Renault Captur. Только чуть более измененной начинки. Да, более дорогой начинки. Но с другой стороны, стоит ли доплачивать за эту псевдо начинку? Я бы, наверное, конечно, подумал. Я думаю, что на данную цену, которую предлагают дилеры на сегодняшний день, довольно много альтернативных вариантов. На примере того же Kia Sportage, который, да, возможно, чуть выше классом, но он стоит практически столько же. Или даже Hyundai Creta. Hyundai Creta того же класса, что и Arkana. Но при этом вы получаете нормальные дисковые тормоза, хороший автомат, не вариатор, у которого ресурс однозначно выше. Поэтому, на мой взгляд, хоть я и являюсь обладателем Renault Captur, я могу сказать, что, к сожалению, Arkana достаточно сильно разочаровывает. Ей еще расти и расти. Но, опять же, если отталкиваться от данной цены и, скажем так, купеобразного кузова, то в этом сегменте Arkana абсолютный лидер. На мой взгляд, именно инновационный кузов является самой сильной стороной новой Renault Arkana. В остальном это обычный Renault Captur. Captur, который слегка изменили, чуть-чуть доработали и не более того. Поэтому каждый делает для себя свой вывод, я вывод для себя сделал. Renault Captur менять на этот автомобиль пока не стоит. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго. С вами был Владимир. Берегите себя.